Надо? Но... Против русской власти? Все, что? Такие против русской власти выступают? Российской. Ну, да, российской. Против российской? Ну, не только против российской. Вы... там всех жизнь изменилась, не только крымских татар. Там всех жизнь изменилась. Попробуй пикнуть. Там же моментально арестовывают, там же запрещены собрания. Ну, то есть демократии там ноль. Понимаете? Демократии ноль. Самое главное, что туристов стало меньше, потому что кто-то поедет. Ехать им неудобно. Ну, туристы только российские. Да, и то, и да, ну есть украинские перейдет. Идиоты тоже. Это ж Крым, Крым это туристический был центр. Конечно, туризма не вся Украина люди. Там была тогда. А сейчас им только через Переша, тем более в России там есть другие места, и этот, и Сочи, и там все. И... Но жить, если, допустим, в вашей Венгрии человека что может интересовать? Материальные вещи. Материальные проблемы. Ну да. В Крыму на первое место, помимо материальных, конечно, выходит вопрос, быть или не быть. То есть ты вернешься домой вечером, или не вернешься, или твоя жена, или твой сын вернется или не вернется, неизвестно. То есть вероятность того, что его пропадут, он его похитит, или осудят, или к тебе утром придут с обыском, она большая. К любому. То есть. Ситуация такая. То есть есть категория населения в Крыму, которая показала свою позицию, что они не приемлят существующую ситуацию, да, аннексию России. И это всем известно. И чтобы держать эту категорию населения в страхе, в напряжении и так далее, по независимым, как сказать, ну, неочевидным признакам выбирают любого человека там. В населенном пункте или там значимый человек пытается его давить. Как все окупаться, да. Отношение поменялось. Ну как поменялось? У Украины больше проблем своих внутренних. И эти проблемы, они, допустим, имеют более масштабное значение, с тем сейчас связанное с Крымом и с репрессиями там в Крыму. В Украине бы разобраться со своими проблемами, которые есть. К сожалению, это. Больше приоритет. Они часть нашего народа, получается. Понимаешь, и тут как-никак они с нами, потому что это наши все. Неважно, какой ты национальности, неважно, на каком языке ты разговариваешь, главное, что ты патриот в душе. Как вы в своей стране, я в своей стране. Вот и все. У нас в Ужгороде на венгерском разговаривают там половина населения, но они патриоты Украины. Ну вот они вот туда ближе к Венгрии, они там вот так разговаривают. Но это не значит, что они не патриоты, они патриоты нашей страны. Точно так, как и я, вот, и Сережа, все, кто тут собрались, мы будем бороться до последнего, чтобы наша, будем говорить так, многонациональная страна, которая имеет, ну, не только чистые украинцы, если живут и евреи, и татары, и те же русские, все живут в Украине. Но они патриоты, и мы будем бороться до последнего, чтобы нашу страну никто никогда не захватывал, и мы не были ни от кого зависимы. Ни от Америки, ни от России. Мы, чтобы со всеми дружили, но были самостоятельной страной, которую любили бы и уважали, и ездили бы сюда просто в гости отдохнуть. И там попить того же пива или еще чего-то. Ну, вот хочу видеть такую страну. У нас достаточно ресурсов, чтобы, будем говорить так, полностью себя обеспечить, всю страну. У нас есть для этого все. Но для этого надо большая работа и внешняя, и внутренняя. Объяснять так, как внешним соседям, точно так объяснять и нашему правительству, что ребята, может, уже хватит в карман, давайте что-то делать. Вот это такая позиция.
Прошу підготуватися ректору ТНУ, Таврійського національного університету. Добрый день, братья и сестры. В этот день в Крыму наши братья, крымские татары, наши братья-крымчане